Сегодня молодые белореченцы написали избирательный диктант. Сегодня мы с вами участвуем в общекраевом мероприятии. Он проводится впервые на территории Краснодарского края, я думаю, на территории Российской Федерации. Это образовательная акция «Избирательный диктант». Образовательная акция «Избирательный диктант» была проведена в нашем городе на площадке, предоставленной школой номер 8, в рамках празднования Дня российского парламентаризма. Участие в ней приняли учащиеся старше 16 лет. Как пояснил председатель территориальной избирательной комиссии Белореченска Алексей Белоус, проводится избирательный диктант для повышения правовой культуры и уровня знания молодых избирателей, привлечения их внимания к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года. Вопросы соответствующего диктанта будут посвящены как парламенту, вопросам его деятельности, так и вопросам избирательного законодательства. Поэтому данный диктант и проводится избирательной комиссией Краснодарского края. За час участники акции ответили на 40 вопросов и выполнили творческую часть, изложив свое развернутое мнение по предложенной теме.